Очередная история гармоничных межнациональных отношений и культурного обмена. Калужская область, город Белоусово, этническое кафе. На Гурьянова 13 его посетители отравляют жизнь местным жителям. Выглядит оно как скворечник, просто пристройка над шиномонтажом. Без названия, вывески, вход на второй этаж по открытой лестнице, похожий на пожарную. Так как санузел там отсутствует, посетители заведения справляют свою большую и малую нужду прямо во дворах близлежащих домов. Местные жители рассказывают, что работает оно с пятницы по воскресенье, открывается в 9-10 вечера. Подходят таджики и узбеки, с ними проститутки, в основном тоже из Средней Азии. И до утра громкая музыка и трики. Рассказывает местный житель: я однажды вышел, пытался поговорить по-хорошему, мол, дайте людям отдохнуть, так кто-то подошел сзади и ударил меня бутылкой по голове. Теперь, когда так и тянет разобраться, вспоминаю тот случай и остаюсь. Я не хочу, чтобы моя семья, а у нас 3 дочери и сын, остались без кормильца. Терпите, терпите, ребята, терпите. Так и хочется спросить, так в чем проблема, чего жалуешься тогда? Терпи дальше, в говне живешь, зато с кормильцем, ну терпилой, обоссанной и с побитой головой. Чисто по-русски. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.